Спектакль «Аленький цветочек» театральной студии «Артмикс» с участием молодежного театра оригинального жанра собрал большое число зрителей в Дулевском парке. Выбор произведения по мотивам известной сказки Аксакова для показа в пасхальное воскресенье не был случайен. Мы не в первый раз показываем данный спектакль. Зрители его очень любят. Он наполнен любовью, искренней любовью и самопожертвованием. Господь наш, Он пострадал за нас, чтобы у нас была вечная жизнь и вход в вечную жизнь, так же, как и Настенька. Она пострадала, пожертвовала собой, чтобы спасти отца, и тем не менее она обрела истинную настоящую любовь. Со светлым днем Пасхи гостей парка поздравил благочинный Ликино Дулевского церковного округа. Ну а праздничная программа, подготовленная к главному христианскому празднику, включала немало сюрпризов. Самые юные гости парка стали участниками увлекательного квеста «По следам белого кролика». Разделившись на команды, ребята дружно выполняли задания, получали подсказки и разноцветные символы праздника. Мы сначала кидали петуха, потом мы еще пытались достать кексы, и сейчас мы качем яйца. Самое интересное вот это. Катание яиц. Собранные в результате прохождения испытаний крашеные яйца можно было использовать вот в такой забавной игре, в которую много-много лет назад играли на Пасху мальчишки и девчонки. Традиционная игра, решили, что нужно возрождать и нужно все-таки синтезировать и какие-то новые интересные форматы типа квеста и народные игры. На протяжении дня в парке работала площадка мастеров школы ремесел. Можно было не только приобрести сувенир ручной работы, но и сделать его своими руками. Во-первых, это развивает очень моторику. Для детей это очень важно. И тем более материал уникальный. Это наша гжельская глина ручной работы. Бусины, птички. Ребенок сам выбирает подвеску или делает браслет. Я рисую природу. Это небо, это солнце, это зеленое, это туман такой. Его можно съесть, а бумагу нельзя. Прежде всего, посетители нашего парка – это семьи, это дети, это молодежь, это молодые мамочки, это люди серебряного возраста, поэтому мы постарались, чтобы программа была абсолютно для всех. У нас активности в парке очень много. Если посчитать, то с 1 мая примерно около 30 мероприятий в неделю будет проходить. Это и спортивные, и образовательные, и развлекательные программы, и концерты. И уже в ближайшее воскресенье, 1 мая, Дулевский парк приглашает всех на открытие летнего сезона.